Ивановским перевозчикам теперь не обязательно заключать договор на работу с администрацией города и области. Такое решение принял Ивановский областной суд. Предприниматели более 2 лет пытались оспорить закон, имевший, по их мнению, коррупционную составляющую. Ведь чтобы работать на маршруте, необходимо было угодить чиновникам. В противном случае ты нелегал и не имеешь права возить горожан. Теперь решением суда это ограничение снято. Деятельность перевозчиков будет регулироваться на федеральном, а не на местном уровне. Правда, у ивановских властей есть месяц на то, чтобы оспорить это решение. Все необходимые ограничения в сфере пассажирских перевозок введены федеральными законами, лицензированием. То есть нас перед началом деятельности проверяют лицензирующие органы, проверяют соответствие наших машин и выдают лицензию. В дальнейшем также нас проверяют на соответствие лицензионным требованиям и условиям. То есть контроль государства со стороны федеральных органов, он уже существует, он давно есть. Ответственность за нарушение в данной сфере уже предусмотрена. И мы доказали, что субъект федерации, в данном случае Ивановская область, не наделена полномочиями по внесению дополнительных требований в предпринимательскую деятельность.